В Великом Новгороде сегодня прошла акция «Сад памяти» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В парке Веряжский появились 75 яблонь и памятная табличка. Веряжский парк теперь будут украшать 75 молодых яблонь, в посадке которых приняли участие волонтеры, школьники, ветераны и представители власти. Среди них первый вице-губернатор Вероника Минина, председатель областной думы Елена Писарева, мэр Сергей Бусурин. Акция посвящена юбилею Великой Победы. Она позволяет объединить все поколения, всех людей и дать еще дополнительное место вот, на территории города, где мы будем вспоминать те события, и это очень символично. Акция должна была пройти в мае, но перенеслась на осень из-за пандемии. Однако яблони можно сажать и в это время года. На них это никак не повлияет. К тому же местные активисты позаботились о том, чтобы в Веряжский парк привезли лучшие саженцы. Надо же было все предусмотреть. Это же не просто так пришел и посадил палочку. Да? Вот отстаивали, чтобы саженцы были на самом деле такие серьезные, чтобы они выжили, чтобы с ними ничего не случилось и чтобы их осталось 75. В акции примут участие множество городов. И всего высадят 27 миллионов деревьев. Столько советских граждан погибли во время Великой Отечественной войны.